лимонами и не делайте лимонад. Заставьте жизнь забрать их обратно. Разжитесь! Мне не нужны мои проклятые лимоны! Что мне с ними делать? Да, возьми лимоны. Требуйте встречи с менеджером, отвечающим за жизнь. Заставьте жизнь пожалеть о том дне, когда она решила одарить Кейва Джонсона лимонами. Вы знаете, кто я? Я тот, кто сожжет ваш дом. Я заставлю своих инженеров изобрести зажигательный лимон, чтобы спалить ваш дом дотла. Спали дом дотла. Сжечь людей. Он вырубил то, о чем мы все думаем. Вопрос вот в чем. Если мы можем записать на компакт-диск музыку, почему мы не можем записать на диск информацию о личности и разуме человека? В общем, я поручил инженерам разобраться с этим. Картирование головного мозга. Искусственный интеллект. Нам нужно было заняться этим 30 лет назад. Вот что я скажу. И запишите это на пленку, чтобы все выучили. Если я умру до того, как вы сможете впихнуть меня в компьютер, я хочу, чтобы моим преемником стала Кэролайн. Она будет спорить, она начнет отказываться. Она такая скромница, но вы ее заставьте. Впихните ее в компьютер, черт возьми, не важно как. Отлично, испытание закончено. Можете вернуться на место. До свидания, сэр. Ситуация выглядит безрадостной, но тот безумный тип был прав. Мы не будем брать лимоны. Мы поднимемся наверх и заставим его вернуть меня в мое тело. Скорее всего, он убьет нас, потому что он очень силен, а у меня нет плана. Так, не стану тебе врать, наши шансы 1 к 1. Это если он проклятие в нашу пользу. Но в любом случае, давай разобьемся. Если уж нам суждено взорваться, давай взорвемся с достоинством. Thank you.
интеллект перед ними не устоит. Я знаю, как нам его победить.